Здравствуйте, дорогие товарищи. Вот у нас есть небольшая упаковка, зажатая в мой закалочный пресс. Откована из рубашки 122-мм фугасного снаряда. Я в силу своей испорченности ее термообработал, и мне надо посмотреть, какое там теперь зерно. Сейчас мы пытаемся молотком отломать от нее кусок, потому что предыдущие попытки мои не удались. Да твою ж мать! Эта попытка удалась. К сожалению, резкости не удается навести зерно, но сейчас мы пофоткаем все это дело.